Всем доброе утро. Сегодня 10 октября, вторник. Надеюсь, у вас у всех отличное настроение, погода осенняя. Я на своей странице в Инстаграм, конечно, публикую очень много материала, довольно-таки разного плана, поэтому если я нарушила чьи-то права, если я затронула права и свободы третьих лиц, поэтому звоните, пишите мне лично, все контакты на моей странице в Инстаграм есть. Что касается вашего анонимного обращения в Инстаграм, что я нарушаю чьи-то права, в первую очередь все-таки необходимо обращаться лично и разрешать все конфликтные ситуации, приходить к какому-то определенному консенсусу. Поэтому, если вам что-то не нравится, звоните, пишите, можно общаться по Skype, сейчас IT-телефония, будем разбираться. Вот так вот. Я очень такой лояльный человек. Всем удачного дня!